Он выходил на арену под шквал аплодисментов, принося в авоське маленькое солнышко и показывая людям чудо под названием «Лучик». 31 июля в цирках по всей стране прошла акция в память о народном артисте СССР Олеге Попове. Она стартует 31 июля в 12 утра в Самаре, а затем идет по всем городам России. Рязанский цирк принимает эстафету в Воронеже и передает солнечный луч дальше в Курск. Эта акция посвящена выдающемуся клоуну, не побоюсь этого слова с большой буквы, Олегу Попову. Ему должно было исполниться 31 июля 90 лет. И поэтому все цирки России решили провести такую акцию в память о выдающемся клоуне. Передает луч из нашего города в Курск цирковая семья Маркиных. В их копилке 5 номеров, которые неоднократно становились призерами престижных фестивалей и конкурсов. Эквилибр на катушках, воздушная штейн-трапе, силовая пара, эквилибр на высоком пьедестале и единственный в мире трюк капштейн в исполнении Елены Маркиной. Стойка на голове на высоте 9 метров и без страховки. Как и для Олега Попова, так и для цирковой семьи их работа – это большая радость и большой труд. Основное время мы проводим на манеже, потому что, чтобы выйти от работы свои 5 минут, надо каждый день по 5 часов хотя бы надо отрепетировать. Я работаю с 5 лет. Для меня это труд тоже. Тоже нравится, когда хлопают полный зал. Мне все нравится в цирке. Приглашение к участию в акции в память об Олеге Попове на разных языках разослано в цирковые организации мира. Также артисты Росгосцирка поддержат ее флешмобом в социальных сетях. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».